Вот я нарезаю, нарываю бумагу для того, чтобы сделать горшки для бонсай, для того, чтобы сделать декоративный кашпо. Потом добавлю сюда цемент, фибру и пенопласт. Немножко пенопласта. Бумага мне нужна для облегчения конструкции. Еще надо не забыть добавить клей. Либо грунтовка у меня еще есть. Можно ее. Такая концентрированная грунтовка. Кусочки эти потом в идеале перемешать строительным миксером.